Доброе утро всем! У нас почти 8 часов. Все уже пошли на улицу, там прогревается машина. В общем, не все, а папа с детьми. А другое дитё хочет поесть завтрак, да? А мы уже работаем сегодня. Мамуля в поисках Кинзы, да? Покажи, что ты делаешь. Мама так ножичком кинзу, да. И потом мыть, да? Конечно, вот мыть я уже мыть буду. Все приготовила, да? Ты редиски нарви, и нам накопаешь. Да, а там ее копать, она так не вырвется? Так не вырвется. А вон там и лопатка есть. Угу. Там... Так, малинка наша. Папа уже ее поподвязывал. Это буряки. Свекла. У нас тут счетчик ходит, проверяет показания. Угу. Ну не знаю, даже фоткают показания. Угу. Ну просто показания и все. Мы-то платим, слава богу, все нормально. Серия номер 2. Иду проверять Григория. Он на рыбалке сидит с утра пораньше. Где мой рыбак? Я на мясо ловлю. Ну какое мясо? На рыбу? На живца. Ну и как получается? Я окуня большого выпадаю. Он здесь, в яме. Ага. На большую удочку. О, на, посмотри. Вот он. Ну да, красавчик. Они мясо с первого раза снимают. Да? Вот, сейчас разделывать буду. Вот твое место вам. А ты его прям тут разделываешь? Ну, палочкой. Операция целая. Такая это что? Это окуньки, а вот это что такое? Красноперка. А, да? Такая блестящая, вообще офигенная. Ну и как? У меня же еще и плавники вот красные. Ну да. Тут ее много. Вот это самая большая, самая красивая. Угу. Давай, сынульчик, ну еще часик и все. И потом же 11 часов на эту идти. Ну, кушать уже, к школе готовиться. Хорошо, я тебя позову. Господи, сына, я не могу на это смотреть. Ты сам, ладно? А, хочешь, мама, это порубай? Супчик будешь? Да. Ну, давай, зайчик. Лови, я тогда пошла, позову тебя, когда 11 часов, хорошо? А сейчас сколько? А сейчас 10. А, еще 20 минут, 10:36 сейчас. Еще у тебя 20 минут, 25 даже. Какое же все-таки счастье, что мой ребенок с утра просится не в компьютер, а ловить рыбу. Как только выучил уроки, сразу говорит, что да, можно на рыбалку, пока хорошая погода. Я прям этому очень радуюсь. Накопала я редиски. Такая вот она огромная, ее прям надо выкапывать, потому что из грязи ее очень сложно достать. Ай, даже листья колятся немножко. Сейчас понесу, чтобы помыть ее хорошо. Я ее все-таки чищу. Ау! Покажи, у тебя же новый телефон. Розовое золото. Да, розовое золото. Еще не выпал. На ужин готовлю курочку. В духовке будет огромный противень, взяла, посолила, поперчила, все как всегда, майонез, сметана 50/50, чеснок, соль, перец, и теперь засуну это все в рукав, надеюсь, рукав не порвется, не знаю, какого качества, бывают такие рукава попадаются, что просто пипец, рвется, вообще не начинаю еще туда ничего засовывать, просто когда я его закатываю, я, в общем, беру рукав, вот так вот. На руку надеваю, да, как бы, и потом выворачиваю. Либо засовываю вот так вот. Ну, в общем, в любом случае рукав сминаю. И бывает, что он уже начинает рваться. Посмотрим, как этот себя поведет. Удастся ли запечь в рукаве, либо лучше тогда замотать все в фольгу. Знаете, все отлично засунулось. Там даже были вот такие вот штучки, которыми закрывать нужно. Все, поэтому здорово. Рукав этот у меня уже лежит 100 лет. Чистюля какая-то. Не знаю, давно-давно его покупала. И вот еще даже немножко осталось.
Вот. Так что сейчас делаем несколько дырочек обязательно сверху и ставим все в духовку прям подольше, потому что курица у нас такая вот очень-очень большущая. Так, будем кушать. Курица пожарилась, папа ее так разделал, как будто это какой-то мамонт у нас откопанный. Грибочки будем уже пробовать. Я все... Сейчас я открою. Грибы... Так, можно я скажу, пожалуйста? Выйдите с кухни, я скажу, если вы меня не слышите. Грибы я все с кастрюли достала, положила из ящика, получилась 3-литровая банка. Суп, и вот это мы покушать отложили. Их нужно хорошо промывать, либо кладите все-таки поменьше уксуса. Ну, вот эти я хорошо промыла, и сейчас они не кислючие. Фонька нашел молоко у Григория. Где? Ну, где у тебя? В комнате взял. Ты хотела его спрятать? Иди умойся. Да, чтобы его никто не трогал. А так это что такое? Тыква, но она тогда вот так вот была. Угу. Сейчас она просто помялась. Интересно, это вы такое делали? Да. Вот сейчас нынешние новые технологии, то есть тыквы не увидят на природе. То есть будем вот такой же. Такой вариант? Да. Экологический, да? А вот эти вот цветы, глянь, так же делали? Только наоборот серединку, да, зажимать. Там это приклеивали. Так, ну что, вот такие вот прянички уже готовы. Сейчас их буду уже вести, девочки. Мне очень нравится. Не знаю, как вам. Для меня это что-то новое, очень интересное, когда я все оттеняю красками и рисую кисточкой. Это прям очень здорово. Мне очень нравится. Я балдею от этого. Настолько хочется все такое красивое создавать, очень приятно. Мне самой нравится результат, я прям влюбилась. Это как будто такая куколка получилась. Мне очень нравится. Естественно, вся идея бралась из интернета, но в моем исполнении. Вообще, знаете, с пряниками такой ажиотаж. Уже все нормальные пряничницы, у которых куча-куча заказов, они готовятся к Новому году, и начинается даже такая тема, как... То есть копирование рисунка – это не ничего страшного, если ты сделал это сам. Многие начинают выставлять просто заскриншоченные, ну, как бы украденные фотографии, да? Не просто ты сам повторил и сделал такого же рисунок, то есть это ничего страшного, если ты все это сделал сам, а не то, что ты взял просто и скопировал фотку. Понятно, что ты тоже так можешь сделать, но, блин, это, конечно, жесть. И сейчас там куча всяких в Инстаграме, в сторис жалоб. В общем, вот такая вот история. Да, вот это все тоже из интернета. Но я все это сама сделала, и мне очень нравится. А кто? Будешь кушать? Да. Кто на свете? Кто Олегий? Кто милей? Всех милей. Лева. И? Кто милей Капли? Дальше. Мама. Самый. Самый друг. Лучший. Лучший. Ну. Друг. Мама, это кто? Ты апельсинчик. Это кто, мама? Это такая у него серединка у апельсинчика. В чем дело, профессор? Он сладкий или кислый? Сладкий. Сладенький. Это... Мама. Ты в садике стараешься, рассказываешь, да? А кто спрашивает стишок? Ты расспрашиваешь? Ну что, мы спать пойдем? Да. А почему? Мама, молоко колема. Да, уже 11 часов, да? Да. Уже пора нам ложиться спать. Да. А что мы тут делали? Папа еще... Не показывай язык. А папа еще играет в 11 часов ночи. Да. А калагали папа. И вы были на канале Зеленый Человечек. Всем пока. А он... У меня есть танцы
брат зеленый человечек и младший. Привет. Они всегда меня порят. Все. Мы были на канале зеленый человечек. Посмотрите на то, что я сделала. На что похоже? Похоже на пиццу, напишите. Мои дети сразу подумали, что это пицца. Блин, но мне очень нравится. То, как получилось, результат мне нравится.